13 счастливых, веселых танцевальных лет, друзья. На волнах FM, а точнее на 102.9, мы продолжаем жарить по-взрослому. 1 апреля радиостанции DFM в Самаре исполнилось 13 лет. В честь праздника на протяжении 10 дней проводилась игра «Ждун». В эфире в программах «Счастливый час» мы дарили подарки слушателям, которые называли 13 друзей любимой радиостанции. То, что, по их мнению, характеризует DFM. Это позитив, драйв, легкость, яркость и так далее. DFM – ультрамодная радиостанция, круглосуточно создающая и поддерживающая хорошее настроение своей яркой, прогрессивной, интересной музыкой. В этом году DFM выступила информационным спонсором региональных соревнований по чирлидингу. Сегодня это один из самых быстро развивающихся видов спорта. Красота, молодость и элементы шоу собрали на открытом чемпионате Самарской области полные трибуны. У нас очень большое количество спортсменов. Ну, конечно, во многих регионах есть большое количество спортсменов, но в общем по России, ну, в 10-15, наверное, мы войдем. С точки зрения качественных показателей, они каждый год увеличиваются, это можно, то есть динамику и прогресс можно отмечать. Это что-то новое для меня, то есть это танцы, совмещающие в себя акробатику, гимнастику, спорт. Хорошие команды отбирают в дальнейшем для выступления на различных, ну, матчах, допустим, нас приглашали, крылья советов. Самые яркие и техничные участницы войдут в сборную 63-го региона, чтобы биться уже за всероссийский триумф.